Обзор горизонтальных жалюзи системы Изотра с шириной ламелей 25 мм от интернет-магазина «Жалюзник», сайт жалюзник.ру. Что это за изделия? Эти изделия относятся к кассетным системам жалюзи. Почему к кассетным? Потому что у них присутствует направляющая леска, которая провздета в каждую ламель. Что это нам дает? Это нам дает то, что, открывая створку на проветривание, полотно изделия у нас находится параллельно створке, а не перпендикулярно полу. Еще одним преимуществом этой системы является достаточно плоский карниз. То есть ваша открывная створка либо балконная дверь будет открываться почти на такой же угол, как было у вас до установки изделий. Какую бы любую другую вы систему не установили, створка или дверь у вас будет открываться на меньший угол. С системой Изотра такого нету. Каким образом происходит управление? Управление происходит одной цепочкой управления. Цепь управления – это беленькие шарики, навздетые на нить. Также на цепочке, в данном случае декоративной, присутствует отвес цепи управления. Цепочкой осуществляется и поворот ламелей вокруг своей оси, и подъем-опускание всей стопки ламелей вверх или вниз. На створке установлен держатель цепочки. Давайте я покажу на этой створке. Во-первых, он нужен для того, чтобы при открывании створки цепь у вас не провисала. Но это его не основная задача у данной системы. Основная задача у него — это то, что в поднятом положении шторка, если она достаточно широкая и цепочка у вас не вставлена в замок цепи, в держатель цепи, то полотно, если оно будет тяжелым, оно будет просто опускаться и не сможет держаться в верхней части изделия. Дополнительного стопорного механизма здесь нету. Поэтому для того, чтобы оно держалось в верхней части, подняли его, и цепочку вам необходимо будет зафиксировать в держателе цепи управления. Также на цепочке установлен декоративный отвес. Может быть еще классический в белом цвете. Об этом подробнее в карточке товара. В карточке товара на нашем сайте вы все узнаете. Направляющая леска. По бокам у вас идут две струны направляющей лески. Внизу, которые закреплены специальными держателями. Именно эта леска помогает полотну жалюзи всегда находиться параллельно створке пластикового окна. Акцентирую ваше внимание еще на одном моменте, что может вам не совсем понравиться. Так как ширина изделия меряется по резинке, об этом посмотрите в замере. После того, как вы смонтируете изделие, вот в этой части, особенно если смотреть не прямо, а слегка сбоку, может быть просвет. Если этот момент вас устраивает, тогда заказывайте. Если не устраивает, не то, что может быть, он обязательно будет. Вот. В том случае, если просвет недопустим в вашем случае, то присмотритесь к системе Холлис. Там ламели делаются шире, они измеряются по замку штапиков. То есть они будут как бы с нахлестом. Но у тех более объемный карниз и отсутствует направляющая леска. Ну, там обзор отдельно посмотрится. Горизонтальные жалюзи системы Изотра можно устанавливать только на саморезы. С каждой стороны у вас будет установлено по два самореза, которые закрываются декоративными крышками. Ламели состоят из окрашенного алюминия, расцветок более 150 видов.
Собственно, это все, что я хотел вам сказать о горизонтальных жалюзи системы Изотра с шириной ламелей 25 мм. Заказывайте изделия у нас, мы изготовим их под ваши размеры и отправим вам изделия в любую точку Российской Федерации. Как заказать горизонтальные жалюзи кассетной системы Изотра с шириной ламелей 25 мм? Итак, вы находитесь на страничке заказа данного вида изделия и рекомендую вам для начала сразу зарегистрироваться, чтобы ваши данные сохранялись. Если вы постоянный покупатель, можете зарегистрироваться, можете просто войти. Если новый покупатель, пройти несложную регистрацию. Итак, ниже представлены расцветки ламелей алюминиевых, из чего будет выполнено полотно системы Изотра. Расцветок более 150 видов. Есть и с рисунком, хамелеоны, с металлик и другие. Значит, если какой-то цвет вам понравился, вы можете открыть фотографию покрупнее, либо просмотреть видео об данной ламеле. Каталог Интерсклад, материал алюминий, ширина. Я поставлю на паузу. Для того, чтобы видео у вас отображалось в хорошем качестве, не забывайте выставлять максимальное значение для своего монитора. Все видео записываются в 4К. Также можете перейти в YouTube на наш канал, где вы посмотрите каталог Интерсклад, материал, другие наши видео. Достаточно много роликов. Переходите в раздел «Плейлисты». И здесь выбираете интересующий вид жалюзи и просматриваете нужную информацию. Также призываем вас и задавать вопросы именно под непосредственно под роликом, который вы просмотрели. Вернемся на нашу страничку. Если заинтересовал вас какой-то вид конкретной ламелей и вы планируете заказать изделие, либо в дальнейшем можете добавить это изделие в закладки, оно появится у вас в личном кабинете, либо перейти в карточку товара, где непосредственно вам нужно будет ввести данные, сформировать свое изделие. Здесь вы можете посмотреть лицевую сторону, обратную, схему комплектующих, из чего будет состоять конкретные жалюзи. И также, как снять размеры. Красным выделена именно ширина и высота. Также есть подробные видео-объяснения каждому пункту опций, которые вам необходимо будет заполнить. Если не знаете, как заполнить графу, к примеру, место установки, кликайте ссылочку и смотрите видео-пояснение, как и для чего заполняется та или иная графа. Также, как снять размеры. У вас вполне может возникнуть вопрос, а как же мы будем монтировать. Также в способе установки есть ссылка «Монтаж жалюзи». Видео еще обрабатывается, закидывается, но у вас оно будет доступно. И на всякий случай, кто же сняли видео, вам посмотреть демонтаж. Как будет выглядеть окна после демонтажа изделий, тоже можете посмотреть видео. Это видео уже загруженное. Так, с левой стороны можете прочитать описание и отзывы. Что касается отзывов, мы поощряем отзывы, которые оставляют наши заказчики. Если вы приобрели у нас изделие, получили их либо на почте России, либо в транспортной компании, оставляете отзыв здесь, прикрепляете 3 фотографии получившегося результата, и мы предоставляем вам значимую скидку на последующие покупки. Об этом вы узнаете уже, посетив личный кабинет в следующий раз, после того, как оставите отзыв. Подробная информация об этом размещена на страничке акции. Здесь вы можете либо почитать, либо посмотреть видео о том, какие акции действуют в данный момент. Итак, быстренько заполняйте все графы. Да, также есть предупреждение, если вы выставили либо маленький размер, либо большой, максимальный размер
то сайт не даст вам сделать заказ, так как выставлены не гарантийные размеры. Ну, пусть будет 1200, а ниже вы видите цену. В данное время, пока интернет-магазин еще в режиме тестирования находится, мы предоставляем скидку на все товары, которые присутствуют в интернет-магазине, в размере 30%. Об этом вам может сказать надпись, не надпись, а ленточка, которая на товаре размещена, скидка о том, что скидка 30%. В Изотре пока эту ленточку админ еще не сделал, но она обязательно будет к моменту вашего посещения. Ну и все, покупаете товар, отправляете его в корзину, дальше уже стандартным способом оплачиваете, либо карточкой, либо можете, ну, либо мы можем вам выставить счет, оплатите как юридическое лицо, после чего мы изготовим изделие непосредственно по вашим размерам с выбранными вами цветом ламелей и отправим в любую точку Российской Федерации, Почты России, либо транспортной компании. Вам останется только смонтировать их. Итак, друзья, как снять размеры горизонтальных алюминиевых жалюзи Изотра? В данном случае ширина ламелей 25 мм, поэтому и называется Изотра 25. Первым делом вам нужно понять, что эта система устанавливается только отдельно на каждую створку пластикового окна. Основное ее преимущество — это то, что в каждую ламель провздета направляющая леска, и при открывании створки на проветривание полотно у вас находится параллельно створке. И второе, тоже немаловажное преимущество, полотно ламелей устанавливается между штапиками, как бы утапливается туда вглубь, ближе к стеклу. И сама система имеет достаточно компактный короб. Это может потребоваться в том случае, когда у вас откос расположен очень близко к створке. Короб почти совсем не выпирает, и створка у вас в этом случае будет открываться почти на всю ширину. Достаточно часто такое можно встретить на балконных блоках, где балконная дверь. Откосы делают достаточно близко, дверь узенькая, и любое другое, если изделие на эту дверь повесить, она не открывается, то есть на балкон пройти просто невозможно. Системы Изотра такого нету. В этих случаях мы как бы рекомендуем прям заказчикам: ребята, есть вот такая система, без проблем она устанавливается, и дверь тогда распахивается прям почти на всю ширину. Так, ну и все-таки, как снять нам ширину и высоту? Давайте перейдем к доске и составим небольшую табличку. Давайте нарисуем небольшую табличку. Столбцы назовем левая створка и правая створка. Правая створка. Будем снимать размеры ширины, высоты для левой створки и для правой створки. Снимем ширину изделия на левую створку, на глухую. Ширина снимается по резинке. То есть, если мы положим какой-то предмет на стекло, будем двигать его в сторону, либо вправо, либо влево, первое, на что мы наткнемся, это будет начало резинки. Именно вот по этим границам меряется ширина изделия. Именно эту величину вы должны написать на сайте в миллиметрах. Вот она, раз граница. Вот она, два граница. Левая створка 510 миллиметров. Ширина 500 миллиметров. Высота то же самое, что и с шириной, по началу резинки. Резинка где-то толщиной около 5 миллиметров, меряем по началу. Но само изделие в верхней части у вас будет чуть побольше, это уже на производстве эти поправки мы сами внесем. Значит, вот она, граница верхнего края, и по резинке граница нижнего края.
Итого получается 1185 мм. Можно сделать чуть-чуть побольше, там на какой-то сантиметр. Просто у вас тут дополнительная ламелька будет снизу лежать, но зато уже точно не будет короткой. Так, запишем значение. 1185 миллиметров. Ширина правой створки снимается аналогичным образом. Заостряться здесь я не буду. 405 миллиметров. И высота 1085 миллиметров. 1085 миллиметров. Таким образом снимается ширина, высота горизонтальных алюминиевых жалюзи системы Изотра с шириной ламелей 25 миллиметров. Управление горизонтальными жалюзи Изотра 25. Управление — это то, с какой стороны будет висеть в нашем случае цепочка управления. Она одна, состоит из шариков беленьких, нанизанных на тесьму. Оно может быть относительно изделия либо с левой стороны, либо с правой стороны. На это изделие мы сделаем цепочку с левой стороны, на это изделие с правой стороны. Располагайте управление там, где вам удобно. Запишем это на доску, а вы на сайт. Управление левое, и у этой створки управление правое. Спасибо. Отвес цепи управления для горизонтальных жалюзи Изотра. Существует два варианта. Либо это классический отвес в белом цвете, либо декоративный отвес с прозрачной вставкой, тоже в белом цвете. Либо также можете выбрать без отвеса. В этом случае у вас просто будет вот такой кончик цепочки. Если вы выбираете отвес в классическом исполнении, изделие будет у вас выглядеть вот таким образом. Если вы выбираете декоративный отвес, изделие будет выглядеть вот так. Крепление цепочки для горизонтальных жалюзи системы Изотра с шириной ламелей 25 мм. Для чего вообще нужно крепление цепи? Оно фиксирует нашу цепь управления на створке. Но это не основная ее задача. То есть, открыв створку на проветривание, цепочка у нас не болтается, когда вставлена в это крепление. Но конкретно у Изотры данный элемент выполняет еще одну очень важную функцию. Когда вы с помощью цепи управления поднимаете все полотно изделия вверх, дело в том, что механизм не имеет стопора. И отпустив изделие, оно, просто створка это легенькое, полотно не сильно большое, поэтому она не так опускается. Вот на этом изделии это лучше даже видно. Вот мы подняли, отпустили, все, она у нас потихонечку может сползать. Для того, чтобы этого, не происходило, чтобы не опускалось у нас полотно, мы вставляем нашу цепь управления в держатель цепочки. Все, изделие у нас в верхней части. Выбрать у вас возможности не будет, поставить его, не поставить, оно будет по умолчанию включено в вашу комплектацию жалюзи. Каким образом оно устанавливается, это уже смотрите в монтаже, там подробно, собственно, показано, ничего сложного там нет.
Распаковка горизонтальных алюминиевых жалюзи системы Изотра с шириной ламелей 25 мм. Сделаем это быстро. Коробочка у вас будет покороче. У нас просто специальная дизайнерская коробка. Достали изделие. Проверили упаковку на наличие других комплектующих. Что мы видим? Мы видим два изделия, которые в защитной пленке, и на пленку наклеена информация. Место установки, стенд, левая створка. Исходя из этой информации, которую мы сами писали при заполнении сайта в карточке товара, мы понимаем, что это у нас стенд, и это изделие принадлежит к левой створке. Ниже идут другие характеристики этого изделия. Ширина, артикул, цвета и так далее. И другое изделие у нас — место установки, стенд, правая створка. Это на открывную створку маленькая. Давайте распакуем, посмотрим, что у нас внутри. Распаковывайте аккуратно, чтобы не порезать цепь управления, не поцарапать изделие и какие-нибудь не перерезать веревочки. И тщательно упаковку проверяйте на наличие пакетиков разных с мелкими комплектующими. Таким вот образом у нас выглядит правое изделие. И распакуем изделие для левой створки. Заказав изделие в нашем интернет-магазине, мы изготовим их под ваш размер. И установятся они на ваши окна как влитые. Так, итого имеем два изделия. Как оно, вот так вот. И два пакетика с комплектующими. Все остальное мы уже рассмотрим в монтаже. Спасибо. Остались вопросы в комментариях ниже. Подписываться не забываем. Всех благ. Монтаж горизонтальных жалюзи системы Изотра с шириной ламелей 25 мм. Сделаем это подробно, не спеша, поступательно. Все опишем. Если вы заказали жалюзи Изотра в интернет-магазине жалюзник.ру по адресу, вы увидите, вот такие изделия вам придут в Почте России или транспортной компании. Так, и мы начнем с левой створки. Аккуратно распакуйте, да, всю упаковку. Об этом у нас отдельное видео о распаковке было. Изделия управляются только одной цепью управления. Цепью управления производится и поворот ламелей, и подъем всей пачки ламели в верхнюю часть изделия. Аккуратненько распутайте лески направляющие. Так, изделие мы освободили от наших лесок веревочек. Снимите крышечки боковые. Там у вас будут места крепления. Изделия Изотра устанавливаются только на саморезы, на двухсторонний скотч они не устанавливаются. И устанавливаются они между штапиками. Это вы можете понять, когда посмотрите видео о замере горизонтальных жалюзи. Так, значит, дальше что вам нужно будет сделать? Дальше вам нужно будет распаковать комплектующие, саморезы и посмотреть, что мы тут имеем. Собственно, мы тут имеем крепление цепочки для створки, обязательный элемент. Почему обязательный, я объясню попозже. Саморезы для крепления и вот такие вот подкладки. Сразу скажу вам, подкладки у вас могут остаться лишние. Количество подкладок, которые вам необходимо будет использовать, будет зависеть от глубины штапика. Глубина штапика, то есть это расстояние от самого стекла до вот этой вот плоскости. Мы ее измерим штангенциркулем.
И она у нас составит 8 миллиметров. Так, значит, как вам определить количество подкладок? Можете сделать это экспериментальным путем. Ставятся они с тыльной стороны карниза. Я пока установлю по две штуки. Вот они, две подкладки. И они вставляются друг в друга. При необходимости можете одну снять. Может быть, одной вам будет достаточно, может, вообще они не нужны будут. Ну, исходя из моего опыта, мне нужны две подкладки, поэтому я их друг в друга вставляю и уже одеваю на, собственно, карниз. Где там тоже специальные такие выемки есть в карнизе. Вот они вставляются. Прикладываю изделие к окну. И да, вижу, ушки у нас ложатся плотно. Вот, ну, на эту плоскость, если на открывной створке мы будем смотреть, не упирается. Если же я уберу подкладки, мне будет здесь зазор между местами крепления, вот этим кронштейном, и створкой. В этом случае необходимо использовать вот эти вот адаптивные подкладки. Давайте я верну их на место. Мы одели по две подкладки и будем фиксировать наше изделие. Для этого возьмем шуруповерт с тоненьким сверлышком, выровняем наше изделие влево-вправо, чтобы оно у нас одинаково было. И вверх тоже подожмем. Засверлили отверстие, куда мы будем вкручивать саморез. Вкрутили саморез. Сделаем то же самое с противоположной стороны. Рекомендую устанавливать по два самореза с каждой стороны. Я неоднократно видел, когда ставят по одному саморезу, но нагрузка все-таки на пластиковый кронштейн, когда он закреплен в одном месте, будет значительно больше. Ну, если уж сильно не хотите сверлить створку, тогда устанавливайте на один саморез. Так, саморезы у нас закручены, крышки пока одевать не будем. Займемся направляющей леской. Давайте изделие опустим до конца вниз. Расправляйте лесочку. На концах лески имеются, значит, вот такие фиксаторы лески. На конце лески затянутый узелок. Значит, что мы будем делать дальше? Если у вас глубина штапика, вот это вот расстояние глубокое, большое, то вот это вот крепеж лески вы можете засверлиться вот так вот перпендикулярно, вот в этом месте. И потом вставить вот этот вот крепеж вот сюда. У нас глубина штапика маленькая, поэтому леску мы будем ставить вот на эту плоскость. Только предостерегу вас, не ставьте вот этот вот крепеж в штапик. Почему? Потому что вам придется его засверливать, а сразу за штапиком у вас стекло. Неоднократно у нас такое было. Люди засверливаются, сверлом попадают в стекло, и стекло вот так вот лопается. Поэтому лучше засверлиться непосредственно в профиль пластикового окна и уже крепеж ставить вот таким вот образом. Что мы сейчас и сделаем. Сначала поймем, где у нас будет отверстие. Как-то так. Наметим его.
это сотрем. Подобрав сверлышко под диаметр вот этого крепежа, почему подобрав, говорю, потому что толщина вот этого крепежа, в зависимости от поставщика нашего, может быть разная. Я встречал и потоньше, и потолще они были. Вот мы подобрали сверло под этот диаметр и в отмеченном месте сверлим отверстие. Засверлили отверстие. Теперь что мы делаем? Вот этот узелок, который у нас здесь имеется, мы его прячем с, ну, в сделанное нами отверстие и вставляем туда наш крепеж. Протолкнуть чуть-чуть нужно узелочек и вставить запиночку. Вот таким образом. Запинка у нас была 3,1 миллиметра, а сверлышко мы взяли 3 миллиметра ровно. Поэтому она у нас туго достаточно хорошо стала. Пока не обращайте внимания на вот эту петлю, натянем мы ее попозже. Перейдем к левой стороне. Сделаем то же самое с левой стороны, а вы посмотрите с другого ракурса. Отметили отверстие, где будет у нас. Засверливаемся. Затем берем наш узелок, вставляем его в наше отверстие, которое мы сделали в профиле пластикового окна. Чем-нибудь его протолкнем туда поглубже. И ставим наш крепеж в это же отверстие. Вот, очень хорошо, туго залез. Все. После того, как мы установили нижние крепления, дошло у нас дело до того, чтобы нам натянуть направляющую леску. Каким образом, значит, это происходит? С левой стороны крышка у вас снята. Есть вот такой язычок, который нужно потянуть от створки на себя. Вот так вот. Давайте покажу покрупнее. Вот он язычок. И его нужно вытащить вот, вот из этого отверстия, где у нас вставлена леска. Он может у вас переломиться. Ну, как бы это ничего страшного. Потом на обратно его вставите. И теперь уже, тянув леску на себя, вы создаете необходимое натяжение лески. Сильно не натягивайте, и так она никуда не денется. Поднатянули и вставили язычок обратно, тем самым зафиксировав леску. Все. Свободный кончик лески можно отрезать. То же самое сделаем с левой стороной. Освободили язычок, совсем его не обязательно отгибать. Так, чтобы леску освободить, натянули и вставили обратно. Взяли ножнички, отрезали. Слишком коротко не обрезайте, вдруг придется вам его подтянуть, чтобы вам было за что ухватиться. Так, теперь можно одеть крышки. Крышки одеваются очень просто. Так, вот, в принципе, изделие мы почти установили. И давайте поуправляем изделием, и пусть у нас ламельки лягут на свои места. Значит, цепочкой у нас производится и поворот ламелей, и подъем всех ламелей в верхнюю часть окна. В данном случае мы подняли вверх, тянем в обратную сторону цепочку. Осуществляется, изделие опускается вниз. Поворот ламелей осуществляется вот таким вот образом. То есть, как вам необходимо, тоже вы можете выставлять. Все это, все эти действия выполняются только цепочкой управления.
Так, ну и теперь, как я и обещал, расскажу вам, для чего обязательно нужно крепление цепочки. Поднимая полотно горизонтально в жалюзи вверх, изделие не имеет стопорного механизма, и в верхней части оно просто так у вас висеть не будет. Если вы отпустите цепочку, оно у вас будет опускаться. И это при условии, что в данном случае у нас изделие не слишком широкое. Если у вас там метровое изделие, допустим, на глухую створку, вес полотна будет больше, оно у вас опустится еще ниже. Поэтому всегда обязательно нужно ставить крепление цепочки для того, чтобы, подняв изделие, вы вставили цепь, крепление для цепочки, и тем самым предотвратили опускание изделия. Давайте установим нашу крепежку. Состоит она из двух частей, соединены вот таким усиком, просто переламывается. Резачком срезаются усики ненужные, аккуратненькие. И для начала ставится вот такая вот маленькая штучка. Отверстия у нас уже остались после того, как мы устанавливали рулонные шторы, поэтому в эти же отверстия мы установим держатель цепи управления. Берете маленький саморез, он у вас будет в комплекте, он именно для держателя цепочки. Засверливаете отверстие и в него устанавливаете вот эту штуку. И сверху на нее защелкиваете просто верхнюю часть. Вот она защелкнулась. Теперь, приподняв изделие вверх и вставив в держатель цепи, изделие у вас находится вверху. Если, соответственно, не вставите, будет вот такое вот движение происходить. Но изделие у нас почти готово. Осталось нам установить отвес цепи управления. В нашем случае он декоративный. Подробнее я его покажу в карточке товара. Посмотрите, какие бывают. Бывают либо вот такой классический, либо такой вот декоративный. Вот, изделие у нас, собственно, готово. Перейдем к следующему изделию. Где-то я здесь буду ускоряться, дабы вас не утруждать просмотром одного и того же. Короба на изотру могут быть только белого цвета. Поэтому изделие имеет смысл устанавливать, если у вас створки ПВХ, створки окна ПВХ тоже белого цвета. Если они ламинированные под дерево, я имею в виду окна, в этом случае присмотритесь либо к горизонтальной системе Холлис, там можете заказать валанс, выбрать расцветку ламелей под дерево. Так, я распаковал, снимаем крышки, приложили, поняли, что нам нужны подкладки. Взяли подкладки, одели, приложили, подняли, утопили между штапиков изделия и подняли максимально вверх, пододвинули, все, выровняли также по ширине, одинаково, чтобы было вправо-влево. Thank you.
спустили вниз, отрегулировали ламели, как вам нужно, вставили, чтобы цепочка не болталась, все. Теперь можно управлять створкой, как бы вы створку не открывали, изделие у вас всегда параллельно створке и открывается почти на тот же угол, как открывалось раньше, все из-за того, что здесь карниз очень компактный. Я хочу замерить его глубину в данном случае с двумя подкладками и сообщить вам, каким он размером. Почти 18 миллиметров. Почти 17 миллиметров составило вот это вот у нас расстояние. Закрыли. Всем спасибо. Монтаж моих горизонтальных жалюзи системы Изотра 25 миллиметров закончен. Какие изделия получится у вас, решать вам. Выбирайте на сайте расцветку ламелей. Карниз у Изотры всегда белый, отвес тоже белый. Мы изготовим изделие под ваши размеры и отправим в любую точку Российской Федерации, Почты России или транспортной компании. Эти характеристики вы уже выберете при оплате изделия. Если остались вопросы в комментариях под этим видео, не забывайте подписаться. Всех благ! Демонтаж горизонтальных жалюзи системы Изотра с шириной ламелей 25 мм. И по традиции давайте сделаем это быстро. Первое, с чего мы начнем, слегка поднимем полотно ламелей вверх и вытащим наши фиксаторы лески. Их нужно подздеть. Заходили они у нас достаточно туго. И все, освободить. И достать узелок с леской. Вот он. То же самое сделаем со вторым. Дальше снимем крышки. Выкрутим саморез. Аккуратненько поднимем наши ламельки вверх. Да, они могут опускаться. И смотаем их, чтобы у нас ничего не болталось. Аналогичным образом поступим со второй створкой. Собственно, все. Изделие у нас снято, заняло у нас это где-то минутки две по ощущениям. Осталось нам снять только крепление цепочки. Также заводим закрышку, отщелкиваем ее. Вполне ожидаемо, что она улетела. Выкрутили. Аналогичным образом поступаем со второй крышкой. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Заказывайте на нашем сайте железняк.ру изделия. Мы изготовим их и отправим в любую точку Российской Федерации, транспортной компании или Почты России. Остались вопросы в комментариях под этим видео. Не забываем ставить класс. Всех благ!